И всем привет! Вы на канале LPSecuti. Сегодня я решил снять новое видео. Вот что я делаю на телефоне. Я скачала это прозрачное живое убой, они снимают как камера. Вот моя нога. И вот моя. Вот. Вот здесь иголка, я могу так снимать даже. Что я делаю? Вот здесь у меня инструменты. Так, это я. Сюда вот. Так, все. Теперь скачаю это. Заставка на экран. Так, что там? Тут я не удалил оба. Что там я хотела? У меня уже этот чехол. Так. Где? Ким? Майнкрафт. Я вот такое скачаю. Все скачивается. Кастом. Что за кастом? Ваше приложение просто найс. 5 из 5 за то авторские права не нужно красть. Можно просто создать свой скин и не блокировать. Спасибо вам за это замечательное приложение. Не могу сохранить скин, я нажимаю save. Не пересейвит то pictures. Minecraft скин. Ничего больше не происходит. Может, тетчику. Ты не понимаешь? Если это так, то объясните, пожалуйста. Вот такую я скачивала. Но я больше не буду скачивать. Теперь я мороженка захотела. Мне не повезло, ребят, я хочу уже мороженое. Мама, все! Но мне нельзя. Мама, все! Что все? Так. True Face. Это я люблю такой True Face. Я так полюбила это. Так, у меня тут уже. Быстрее. Потом. Ребят, 5-й уровень тут тихо, просто когда вы 6 нажмете на девушку, она будет сидеть на дереве, нажмите на мусорный бак, и когда он откроется, нажмите ее еще раз на девушку. Я смотрела. Доброго времени суток, я скачала эту игру и выделала. Так. Спасибо. Юли, это слишком сложно, я истратила 4 подсказки и не получается пройти уровень. Потом и вовсе закончились подсказки. Я пошла смотреть тролки, но оно оказалось рекламой. И мне не дали подсказку, хотя сказать, что дадут. Я вообще рекламы слишком много. Игра не заслуживает. Да и еще уровень разной сложности. Ребят, здесь очень много отзывов, что это очень много рекламы, да-да-да-да-да-да. Ребят, вы хотите, чтобы я скачала True Face Quest Video Memes? Я уже вспомнила суслика, который мальчик съел 3, у них было 5 орехов, белка съела 2, а мальчик 3, и у суслика это было забавное лицо. Так что, вот здесь еще тролики, но я хочу вот этого, она очень смешная. Вы сами напишите в комментариях с ней, пожалуйста. Я очень хочу, но только
Только надо брать разрешение у вас. Я должна снимать видео, то, что вы хотите. Да, настоящий блогер такой. Вот так. Так. Я очень полюбила эту игру. Ну а если понравилось видео, ставьте лайк и не забудьте подписываться на мой канал. Всем пока.